Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Украинская актриса Ксения Мишина, которая является первой главной героиней нового реалити-шоу «Холостячка», рассказала о требованиях к мужчинам. Об этом она рассказала во время общения с журналистами. «Хотела бы встретить доброго, спокойного, ответственного мужчину, который обладает силой, всячески развивается и будет уважать меня и мою работу. Первый, на кого я обращу внимание, это мужчина с красивой улыбкой. И, конечно, мне очень важно чувство юмора», — отметила она. Кроме того, Мишина вспомнила свою историю любви, в результате которой у нее родился сын Платон. «Сейчас мальчику 8 лет. Я была на 8-м месяце беременности, когда с его стороны начались моральные издевательства и воспитательные процессы по отношению ко мне. Я решила уехать к родителям, и все плавно сошло на нет. Человек перестал звонить и интересоваться. Знаете, моему сыну сейчас 8 лет, и за это время он ни разу не спросил, кто мой папа и где он. Я даже не знаю почему», — подчеркнула она. До этого мы рассказывали, что украинскую актрису Ксению Мишину выбрали главной героиней нового реалити-шоу «Холостячка», теперь ее личная жизнь под особым прицелом. Так, 30-летняя звезда станет первой девушкой, которой предстоит найти свою любовь среди 25 мужчин на проекте «Холостячка». Звезда уже успела состояться, как актриса и даже танцовщица, прославилась благодаря многим проектам и поразила идеальной фигурой на светских мероприятиях. Сегодня ей также удалось покорить новым имиджем. Сейчас Ксения верит, что сможет встретить свою любовь и по-настоящему ей раскрыться. А что вы думаете о новой «Холостячке»? Оставляйте свои мысли по этому поводу в комментариях, и помните, мы ценим чужое мнение, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости.